Шестой день работ по спасению Кахэти. Резервисты, военнослужащие и сотрудники чрезвычайных служб продолжают работать в круглосуточном режиме. Идет расчистка улиц и дворов, пострадавших от стихии населенных пунктах. Ремонтируются крыши, сорванные с домов ураганом. Людям раздают продукты питания и топливо, чтобы спасать остатки урожая, который был уничтожен градом. Поэтапно во всех пострадавших населенных пунктах восстанавливают подачу электроэнергии, воды и газа. В регионе мобилизована специальная техника, идет ремонт поврежденной инфраструктуры. Напомню, ураган, ливни и град обрушились на Восточную Грузию в ночь на 19 июля. Больше всего пострадала Кахэти. Стихия также нанесла серьезный ущерб регионам Цхетам-Тианети и Самсхэджавахэти. Жителям Кахэти уже восстановлена подача газа и воды. Что же касается электричества, то у 50% города Телави оно полностью восстановлено. Мы работаем в круглосуточном режиме и думаем, что последствия стихии будут устранены в ближайшем будущем. Сильный ветер нанес очень большой ущерб. У нас сорваны крыши домов, повалены деревья. Я не знаю, сколько времени нам понадобится на полное восстановление.